Всем приветики, это наша любимая игра Клондайк. Итак, у нас появился новый временный остров, долина лепреконов. У нас марафон. Марафон, который нужно пройти за 6 часов. Ну, давайте посмотрим, как пройду его я со своим компаньоном. Итак, поехали. Я заехала на остров, пошел отчет. Отличненько. Ставим комбо и начинаем чистить. Я поставила немножечко паузу, потому что поняла, что все-таки надо привести больше немножко энергетиков, чтобы без конца туда-сюда не ездить, как говорится, не бегать, а просто монотонно нажимать и расчищать территорию. Компаньон пока помощь не ставит почему-то, видать, ждет больших камней. Опс. Изначально остров чистится очень так легко и просто, скажем так, без особых усилий. Я, наверное, эти большие первые оставлю компаньону, если получится обойти. Потому что потом большие пойдут уже не скоро. Так, обойти у меня получится или нет, я не знаю. Сейчас посмотрим. Так и да. Это что у нас 45? Так, поставить это и это. Так, где у нас тут есть? Поехали. В принципе, надо ехать помогать уже. Даже не знаю. Или подождать еще минуточку. Сейчас еще впереди один камень на 100, а потом уже что-то за углом, что-то более или менее нормальное. Я обратила внимание, что на этом острове у нас нету призов за расчистку там по процентам. Тут только 100% расчистка играет роль. Так, быстрее энергетики восполнять. Так, не пора мне идти? Ну, в принципе, можно. Сейчас поставлю еще один на 95. И пойду помогать. Я что-то считала, что это 75, не обратила внимания, даже если честно. Так, успела? Не успела. Яблоки так медленно едятся. Так, идем дальше. Сто. Я особо так не переживаю. Можно чистить дальше. Все равно в ближайшее время компаньон это выбьет. Так что это все мелочи. Просто можно следовать вдоль заданной цели, как говорится. Сорок три, сорок пять. На этом острове хоть, ну, по крайней мере, изначали более или менее хоть попадают эти коробки с энергетиками. На первом острове что там и не было. Скажем, было так очень-очень-очень мало. Сейчас дойдем еще до одного камушка на 100.
медленно и уверенно. Мне самому интересно, сколько же у нас времени займет этот остров, если честно. Там камушек, он закрывает мне, и мне не видно, что мне там, где выбора. О, увидела. Так, мне пора, да? Нет, мне не пора. Этот уберем. И вот этот 45. На сколько? Это 65. Поехали. Есть. Я, наверное, поставлю паузу минут на 10 и покажу, к чему мы там пришли, допустим, или на полчаса. Вот покажу, сколько мы почистили за полчаса. Ну что ж, прошло полчаса. Расчистка продолжается. Ну, почищено только совсем чуть-чуть. Не знаю, что будет через час. Ну, скажем так, за полчаса я сделала совсем немножко. Не, я понимаю, что 6 часов это достаточное время для острова. Мне просто интересно, сколько же всего времени у нас этот остров займет. По большому счету. Так, продвигаемся. Как говорится, дочищать остатки буду потом. Сначала двигаюсь вперед. Для того, чтобы приготовить компаньону чего-нибудь покрупнее для расчистки. Траву я могу сама выбить, правильно? Чтобы можно было поставить более или менее нормальное на помощь. Опс. 45. Так, ставим помощь. Это и все, да? Да ладно, может и 40 уже поставлю тогда, ладно. Надо же чего-то ставить, правильно? Прочищено. А показывает сколько процентов? 35 минут. А, 15%. О. Совсем ни о чем. Очень-очень мало, скажем так. У нас тут 45. Отлично. Кстати, здесь очень много попадается по 45. У нас идет для расчистки. Мешало бы, конечно, повозить хоть чуть-чуть. Оп, максимум помощи. Побежали. Так быстро скопило, что я даже не заметила. Так, Олечка, чем тебе помочь? Так, оно в принципе все одинаковое. Берем, значит, 3 попавшихся. Все 4. Воли, видите, ни одной травички. Все подряд. Все, домой.
у меня травичка присутствует, скажем так. Ладно, побежали дальше. 45. Ну что, светимся еще через полчаса? Или будем... Упс, это 65. Вот 45. Это 80, я тоже поставлю компаньону. И доберусь до следующего 80. И у нас 45. Ладно, я ставлю паузу, встретимся чуть попозже. Итак, прошел час. Дошла я немножко дальше. Тут нашла даже уголек большой. И расчищено у меня сейчас всего лишь 32%. Это немного, но уже начало положено. 120. И можно продвигаться дальше вглубь острова. Пока я ставила все подряд, в основном ставила все, что больше, чем 45. В основном я не выбивала, выбивал компаньон. Так же самое я выбивала компаньоном. Все вот эти деревца, что потом не добьется, добью сама. Камней в принципе немного. Они все-таки присутствуют. Так, это что у нас? Это 50. Ладно, в каком направлении двигаться, я уже прям растерялась. Ладно, пойдем дальше. Мне уже самой интересно, сколько времени у меня это займет. Ну, в 2 часа я точно не вложусь, если за час я почистила только 32%. А я думала, что будет немножко быстрее, конечно. А что, встретимся попозже?